Сегодня столичное правительство можно было увидеть на уборке дорог. И ничего удивительного, в городе решили обновить уборочную технику. Те, кто отвечает за благоустройство и чистоту Чебоксар, решили лично оценить работу оборудования. Пылесос – вещь нужная не только для уборки квартиры, но и городских улиц. Такие, конечно, для Чебоксар не в новинку. Однако данный образец отличается по мощностным характеристикам и цене. Дорожный пылесос и еще два образца уборочной техники городу дали, что называется, погонять. Предоставили в тестовую эксплуатацию на 10 дней. Если их работа специалистам понравится, то подобные машины закупят, чтобы обновить парк. Здесь представлена высокопроизводительная техника, значит, коммунально-уборочная техника, дорожные пылесосы, которые позволяют, вот вы можете обратить внимание, с зимы не убирали мы эту улицу, специально отставили для демонстрации. Ну а вот такой машины в Чебоксарах раньше не было. Ее используют для очистки парков, скверов и тротуаров. Впрочем, говорят специалисты, это не единственный вариант для обновления техники. Нам сюда привезли эту технику для показа, как в тестовом режиме. Кроме этого, мы планируем привлечь в город другую технику, технику других производителей. Ездим на выставки, смотрим. То есть решение быстро принимать не будем. Это одна единица стоит 7-8 миллионов. Есть аналоги, в том числе отечественных производителей. Иными словами, здесь главное соотношение цена-качество. Решение о покупке будет принято приблизительно через 2 месяца. Дмитрий Точилов, Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.